Кис, дед, гуляй. Лапами. Идем. За сигаретами. Фара так у него и висит с одной стороны. Пошли, Никусик, пошли, пошли. Папа поехал за папиросами. За папердосками. Он как цветет уже. Буйным цветом апельсинка. И маленький, вон крошечный. Совсем крошечные апельсинки. Вот они. Вот они какие крохотулечки. Ой, как пахнет. Ой, как пахнет. Ой, какой запах. Одуреть можно. Пошли. Оп-оп. Вон самолет прямо над домами. Пошел на посадку. Девчонки убежала. Вот они уже. Вот они, моя мышмула. Вот она. Вкусняшка. Скоро поспеет, буду обносить. Вот она. Буду обносить соседские деревья. А зелененькая вот такая вот она. Пошли. Сыт. Ники, сыт. Ники. Думает, ладно, так и быть, почему? Вон оно, желтое дерево. Сейчас я не одно покажу. Дерево голое от листьев. И вот такие, усыпано желтыми такими цветами. И вот цветут такие фиолетовые на дереве. Боже, какая красота. Оно красивое, желтенькое, еще молоденькое деревце. Оно красивое, желтенькое, еще молоденькое деревце. Тут работы практически заполнились полностью. Заасфальтирована дорога. Все, вот такими вот кусочками выстилают траву. Как коврики. Туалет обязательно для рабочих. Все. Уже все чистенько, все аккуратненько. Вот построили новую станцию. Станцию, не станцию, что-то связано с водой и с канализацией. Стемнело, а фонари уже зажглись. Это не я так дышу, это Ники так дышит. Ники, тебе бросать курить пора. Давай, бросай курить. Вот оно, пошли, мое желтое дерево. Но нет, здесь еще цветочков нет. Скоро, когда цветет, это будет еще один самолет. Громадина такая. Пойдем. Вот как куст цветет на заборе. Цветочки. У меня в садочке. Людики, цветочки. Боже, какая красота. Да ладно вам, гавка. Поддержка Трампа стоит. Знак. Трамп. Мне тоже надо такой поставить. Еще один. Они каждую минуту, а то в минуту несколько штук летят. Наш аэропорт очень загружен. So busy. Мы дома. Дуглас спилил там пальмы были. Вот там, где пальмы мои нарисованы, там еще росли 3 пальмы. Он их спилил. Все, уже приехал. И мы приехали. Все, пока-пока всем.